Привет всем! Я Вспыш, а это мой водитель и лучший друг Эй-Джей. Сегодня мы отправляемся покорять гоночные трассы Аксель-Сити. Подписывайся на канал, если хочешь играть с нами. Готов увидеть новые приключения чудо-машины? Тогда вперед! Приветствую всех любителей гона! Вы на трассах Аксель-Сити, и сегодня вас ждут гоночные трамплины! Не терпится начать! И-ха! На старт, внимание, марш! И вот Вспыш вырывается вперед. Чтобы Вспыш мог набрать ускорение, нужно собирать как можно больше колес. А также нажимать клавиши влево и вправо, чтобы управлять Вспышем. Ребята, смотрите, как много трамплинов. Чем больше колес может собрать Вспыш, тем быстрее заполняется датчик скорости в углу экрана. И как только датчик заполнен, мы можем гнать на полную. Еще один трамплин. Вспыш уверенно идет первым. Крушила и Старла где-то отстают. Вперед к финишу! И Вспыш приезжает первым. Крушила занял второе место, а Старла третье. Но трассы Аксель-Сити еще не закончились. Давайте продолжим и увидим, какие испытания ждут нас впереди. На этот раз вас ждут отталкивающие пружины. Как только чудо-машинка попадает на такую пружину, то она подлетает вверх. Ну что, готовы полетать? Чудо-машинкам все нипочем. А вот и первые пружины. И-ха! Старле очень нравится подлетать на пружинах. Вспыш тоже обожает эти препятствия, но также он не забывает собирать колеса. Датчик скорости полный, а значит, мы можем разогнаться. Вспыш снова идет первым, но Старле и Крушила совсем не отстают. Прыжок. Отлично. Разгоняемся. Какая извилистая трасса. Одни повороты. И так много высоких прыжков. Ребята, вы отлично помогаете Вспышу. И благодаря вам он снова пришел к финишу первым. Здорово! Перемещаемся на следующую трассу. И она обещает быть еще сложнее. Теперь нас ждут бочки. А также смотрите, впереди мертвая петля. Разбиваем бочки. Набираем силы. Добавляем скорости и вперед! Также в этой трассе есть трамплины. И Вспыш собирает магнит, который помогает собирать все-все-все колеса, чтобы поскорее заполнить датчик скорости. Отличная гонка! Объезжаем препятствия. И мы на финише. Супер! Старла вторая, а Крушила третий. Но гонки продолжаются. Не забываем собирать магниты. Смотрите, впереди также нас ждет цепь. Для чего же она нужна? Ага, теперь это цепочка на колесах у Вспыша. И она помогает не застревать в грязи.
Разбиваем бочки. Уцепили магнит. Отличная мертвая петля. Снова собираем цепь и быстро проскакиваем любую грязь. Отлично, мы на финише. Гонки продолжаются. Крушило задумал что-то неладное. Он опять собирается хитрить и раскидывать жвачку. Эта жвачка очень липкая, смотрите, она летит прямо сверху. Собираем как можно больше колес, чтобы ускориться. Отличный поворот! Смотрите, видите голубые траектории? Именно по ним жвачка падает на дороге, и это все проделки вспыша. Разгоняемся на мертвой петле. И вспыш на финише, несмотря на все препятствия и ухищрения крушилы. Наша гонка продолжается, и трассы становятся все только труднее. Крушила опять задумал хитрить. У него есть специальные пушки, которые стреляют медом, а значит, нас ждет очень липкая трасса. Ох, вспыш натыкается на препятствие, но все равно обгоняет своих соперников. А вот и Старла вырвалась вперед, но мы ее обязательно догоним. Собираем магнит, много-много колес. Объезжаем лужи из меда. И вперед в мертвую петлю. Отлично, к финишу вспыш приходит первым. Ребята, спасибо вам за помощь в этой гонке. Если вы хотите увидеть и новые трассы «Чудо-машина», тогда не забывайте подписываться на канал. До новых встреч со вспышем и чудо-машинками!